Положа руку на сердце, я ему 15-5 бы не поставил, ну, прямо скажем, вообще никак. Ну да ладно, в общем, мы с вами наблюдаем, мы с вами оцениваем силы своих скромных возможностей. Мадалина Гуту, сборная Румынии, 91-го года рождения спортсменка. Обратите внимание, как губы поджала, так серьезно работает. Хочется сделать все очень хорошо, иногда вот это вот хотение сделать очень хорошо, она играет злую шутку. Ну, конечно, мы помним выступление, как и той же Стелианы Нестор, тоже Сандры Ралуки из базы. Ну, добрая половина румынской сборной, пока у них не произошло там переформирование в связи с уходом ведущих спортсменов, в связи с уходом главного тренера. Здесь-то Мадалина показывает не тот класс румынской гимнастики, именно в упражнениях на бревне, которые они показывали обычно. Программа-то не очень хорошая, и видно, что и дрожат, и вот с приземлением совсем чего-то все не получилось. Ну, в общем, как-то все не слишком.